Выставку о визите Николая II в Югру откроет его внучатая племянница. Сегодня в Ханты-Мансийск приехала великая княгиня Мария Владимировна. Наследница Романовых возглавляет российский императорский дом. В столице Югры великая княгиня уже встретилась с коллективом Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок. В ближайшие выходные Мария Владимировна пообщается с общественностью в художественном музее и примет участие в концерте в честь 900-летия Югры.